В общем, я хотел вам сказать, да, мы тут в большинстве своем ровесники, некоторые нас тут моложе, некоторые старше, но на них мы показывать пальцем не будем. 35 лет это определенный рубеж. Ну да. Я его обозначил для себя так, это половина жизни. Потому что, мне кажется, мужчина, который проживет старше 70 лет в России, он автоматически звание героя должен. Согласен. Особенно с образом жизни, который мы склонны вести. Да. Программа на самоуничтожение, все. Но дело не в том. Я бы хотел тебе пожелать, Дима, чтобы следующая часть жизни, вторая, которую ты сейчас кончишь, была бы как минимум не хуже первой, а это очень трудно. А знаешь, почему это очень трудно? Потому что первая часть жизни – это детство, отрочество, юность. Это то, что ты запомнишь навсегда, и счастливее этого прожить очень трудно. Но если ты сможешь, ты будешь самым счастливым человеком на этой планете. Вот это я... А я сейчас можно скажу? Вот один момент. Зачетку. Это автомат. Вот за счет этого я только автомат издавал, турбу гнал. Да, традиционно культурно-религиозная парадигма, блин, запрещающая. Ну-ка, не упускай субстанциональных отличий в определении свободной субъективности другого. Отличного от ее прошлого облика. Дмитрий, я с вами вынужден согласиться. Этнический архетип не является верифицируемым аналогом парафеномена культуры. Фундаментальная интерпретация, введенная для определения локальной цивилизации, да. Шпенглером. Шпенглером, да, блядь. Ну, вот так вот мы и выживали на полетелой неделе. Just because.
heavy metal живет и побеждает. Тебе что-то на руке прилипло. Да, хорошо. Across the sea, you'll only hear it if you listen with your heart, and one day hope to be free. To hear the sound of freedom, many gave their lives. They fought for you and me. Those memories will always live inside us, and now it's our time to be free.